Так, друзья, всех приветствую. У нас сегодня будет прошивка 440 BMW с Samsung. Очень редкое видео, потому что все спрашивают, как прошить с помощью Samsung. На iPhone все немножко по-другому, поэтому покажу. Итак, вот такой адаптер у нас, значит, с Type-C переходником, который вы, скорее всего, получили, раз смотрите это видео. Вот, сейчас покажу, как это все делать. Итак, у нас есть автомобиль, значит, открываем. Включаем зажигание. Кстати, ключик внутри, в машине нет? Давай, сейчас. Вот. Забыл про ключ. Да ничего. Так, вот, значит, ключ в машине. Так, сейчас подходи поближе, чтобы было видно. Значит, включаем зажигание. Если это F-серия, то один раз нажали кнопку старт, загорелись лампочки. Если G-серия, то три раза кнопку старт. Затем подключаем адаптер в автомобиль. Снизу в ногах. А теперь самый важный пункт. Значит, у нас на андроиде это подготовка телефона. Смотрите, отсоединяем адаптер. Вот он, да, у меня в руках. Берем телефон. Сейчас я здесь включу запись экрана, чтобы было видно. Так, сейчас запись экрана. Вот, смотрите. Включаем адаптер в телефон. Включаем авиарежим. Вот. Заходим в настройки телефона. Подключение. Другие настройки. Ethernet. Здесь отключаем. Заходим настроить устройство Ethernet. И вот здесь очень важно, у вас будет так стоять. Нужно нажать статический IP-адрес. Здесь прописываем настройки 169.254.250.250. Маска под сети 255.255.00. Шлюзы и DNS по нулям. Все сохранили. Здесь будет сохранить. После этого вынимаем адаптер. Подключаем его к кабелю снова. Вставляем адаптер в телефон. Включаем. Видите, значок сверху загорелся. Очень важно, чтобы был включен авиарежим в этот момент, либо отключены Wi-Fi и мобильные данные. Тогда здесь этот значок появится. Теперь открываем приложение MG Flasher, соответственно. Видите, автомобиль уже подключен. Все успешно. Нажимаем Open Car. Вот, он не активирован, нужно нажать Check Support. При этом происходит запрос на сервер, поэтому нам нужен интернет. Что можем сделать? Можем выключить авиарежим. И видите, сейчас данные появятся, и кабель отвалится. Это нормально. Нажимаем Check Support. Ждем немного. Здесь можно адаптеры не вынимать, в принципе. То есть сейчас произойдет соединение с сервером, проверка лицензии, соответственно. И связь с автомобилем потерялась. Видите, здесь желтым Енет, но нам она сейчас не нужна, потому что автомобиль уже считался, все в порядке. Ждем. Все, автомобиль поддерживается, окей. Open Car. Здесь у нас привязка лицензии происходит. В данном случае у нас Stage 11. Первым делом мы привязываем флеш-лиценз. Нажимаем Redeem. Redeem, окей. И сейчас будет вопрос тоже окей. Ну что, все привязалось. Это делается один раз с привязкой к автомобилю. Вот, окей. И Stage 1 то же самое. Ну, либо если у вас Stage 2, то Stage 2, либо Ultimate лицензия, можно сразу нажимать Ultimate. В зависимости, в общем, от типа лицензии, которая у вас есть. Все, все привязалось. Поскольку это F-серия, то разлочка блока будет происходить с телефона. Здесь кнопка Activate. Но перед этим, видите, у нас желтый значок, значит, автомобиль не подключен, потому что нужно снова включить авиарежим. Включаем авиарежим, возвращаемся обратно, автомобиль сразу же подключился, все в порядке. Нажимаем Activate, Start Flashing. Все, этот процесс у нас займет минут 5. Оставляем телефон лежать, ничего не делаем, ждем. Дойдет до конца и продолжим тогда. Так, значит, все, у нас разлочка закончилась, пишет success, успешно, выключите зажигание, подождите 30 секунд до запуска. Но это актуально, если вы стейдж не шьете, а просто базовая лицензия у вас, вы хотели там температуру понизить, еще что-то, тогда мы все это делаем. В нашем случае мы шьем стейдж, поэтому это не актуально. Жмем назад, значит, стейдж 1, нажимаем view, здесь просто описание, ничего интересного. Здесь вот кастом-код. Обратите внимание, 5.6 – это когда карты переключались педалями. Но это опять, это касается F-серии, на G чуть иначе. Этого экрана у вас там просто не будет. Ну, по крайней мере, на данный момент, когда мы снимаем это видео. Вот, 5.6 – кастом-код – это переключение карт педалями. 6.9.4 – это уже кнопками на руле. В общем, кастом-код отвечает за всякие кнопочки на руле и функции, там, которые есть в машине. Вот, нажимаем «Продолжить». Здесь у нас выбор топлива. Значит, по последней цифре – 100-й бензин, 8-й, 5-й. Мы выбираем в случае F-серии минимальное топливо, которое мы будем лить. Если мы куда-то ездим, там, например, в регионы, и иногда нам придется лить 5-й, то мы выбираем 5-й. Если вы всегда ездите на 98-м сотовом, вы можете выбирать одну из этих карт и вообще не пользоваться переключением условно. Но я вам советую выбирать под 5-й, потому что тогда вы можете переключать и 5-й, и 8-й, и 250-й. В общем, у вас будет большое количество выбора карт.
Вот, продолжаем, соответственно. Здесь нас интересует, если у вас нет катализатора, ставите галочку «Декат». Переключение карт кнопками на руле. Опять же, по F-серии это на B48-58. Вот, если у вас ТНВД поменен в случае B58 мотора, ставьте здесь галочку, выбирайте, какой у вас ТНВД стоит, соответственно. УПФ фильтра в российских машинах нет, можно не ставить, соответственно, если у вас какие-то американские, немецкие, то зависит от комплектации. Снятие грана момента по коробке, ставим галочку. Включение прогрева катализатора. Либо, если он вас бесит, можно его всегда выключить, либо, если только мотор прогрет, можно выключить. Если у вас его нет, и даунпайп, как бы, соответственно, громко греется, то можно поставить. Если стоит кат на месте, лучше оставить, потому что на F-серии есть особенность, ее может подколбашивать иногда на холостых, но для этого там внизу есть еще одна опция, про нее расскажу. Значит, снятие грана скорости ставим. Заслонка, если она у вас есть, на 20-х моторах ее нет, на 30-х есть, на 40-х тоже есть. Ну, либо, если вы ее удалили, то у вас ее нет, соответственно, да. Можно поставить, у вас будет громче выхлоп. Вот. Настройка спортприборов, в основном это актуально для Stage 3, когда не хватает шкалы уже, но если у вас первый, второй, можно не ставить эти галочки, но это просто максимальное значение шкалы, то есть стрелка всегда показывает актуальное значение, а здесь максимальное мы настраиваем для мощности и момента отдельно. Здесь попкорн, соответственно, здесь есть несколько стилей, первый, второй, надо слушать, как вам больше подойдет, но обычно первый нормальный. По громкости, если у вас катализатор, я вам советую не ставить больше 50%, если у вас даунпайп, то обычно 10-20 хватает, но это чисто вкусовщина, то есть ставьте, как вам нравится. Вот, соответственно, здесь по длительности в спорте и отдельно длительность в спорт плюсе. Можно где-то ее выключить вообще, поставить 0, например, или там заводской, либо какую-то другую длительность поставить. Обороты, на которых он работает, ну, объективно попкорн работает где-то после 3000 до 4,5-5, то есть не выше. Даже если вы поставите здесь больше, он выше работать все равно не будет с точки зрения безопасности, нагрева, системы выхлопа. Значит, скорость, на которой он работает, можно настроить. То есть на трассе, если вам не нужен, то поставьте здесь поменьше. Мы еще первый стейдж, я выключу, просто рассказал, как это все делается. Охлаждение. Значит, здесь штат у нас 110. Можем поставить, например, 92-93, потому что объективно будет держать реально, ну, как бы в реальности на 5-6 градусов выше, то есть ближе к 100. То есть можно где-нибудь там 92-93 оставить, и это будет нормально. Вот, нормальная температура. Это масло охлаждающей жидкости. Работает за счет того, что термостат раньше открывается. Значит, Max Cooling on the Fly – это функция, когда мы с руля можем включить режим другой температуры, если мы хотим поставить другую температуру, и помпа будет работать с большей производительностью постоянно. То есть штат, она в динамическом режиме работает, там от 350 до 1500. Здесь будет постоянно, там, например, на 1700. Вот, к примеру. Ну, там не суть, я просто для примера показываю вам, да, можете настроить то значение, которое хотите. Значит, рык на запуске актуален, если у вас даунпайп. С катализатором почти слышно не будет, особо смысла нет. Я ставлю здесь с даунпайпом процентов 70 и длительность 0,4, но вы можете на свой вкус настраивать, как вам нравится, да, эту опцию. У нас, опять же, первый стейдж, катализатор на месте, нет смысла включать. Это у нас дифференциал, нет смысла его включать, опять же, потому что у нас штатный дифференциал, и, честно говоря, не видел еще машин, которые бы ставили какой-то кастом, но, может быть, если у вас такая, то можете поставить. Торкобайгир – это ограничение момента по передачам. Нужно для... либо на всех передачах, да, либо индивидуально. Для заднеприводных машин в основном, чтобы там на первой-второй передаче ограничить момент. Вот. И idle RPM – это обороты на холостом ходу. Вот как раз если вы отключили прогрев катализатора, у вас машина потряхивает, можно здесь регулировать обороты холостого хода, их в другой диапазон поставить, так, чтобы оно, соответственно, не мешало вам. Вот. Соответственно, ну, будет лучше. У нас нет там необходимости, мы ставить не будем. Вот, в общем, все. По настройкам прошлись, все сделали. В общем, для Stage 1 это Switchable Maps, Remove Torque Limiter, хотя, ну, не на всех машинах это нужно делать, потому что, например, если у вас B48, то момента хватает, там, 450 гран, а у нас 420. Снимаем агран скорости, заслонки, в данном случае у нас 440, поэтому поставил, но это не критично. Охлаждение, и, в общем-то, все для первого стейджа, это вполне достаточно. Включаем снова зажигание, которое машина... Приложение выключило. Вот, включаем. Сразу подключились к автомобилю. Нажимаем продолжить. Старт флешинг. Здесь процесс пойдет уже очень быстро. Буквально 30 секунд дойдет до конца. Это уже сама карта заливается со всеми настройками, которые мы сделали. Вот, сейчас все увидите. Даже выключать не будем. Все очень быстро. Пока шьется, обратите внимание, что вот этот кабель работает только с Samsung. Либо, если у вас какой-то другой фирмы телефон, Android я имею в виду, да, то можно сделать root и изменить настройки сетевые вручную через консоль. Ну, это если вы умеете, там, какой-то техногик и все такое, но в остальных случаях, в обычных, так сказать, работает только с Samsung, где вот есть настройки сети, которые в начале ролика вы видели. Вот. В остальных случаях Wi-Fi только подходит, либо компактные адаптеры,
такие небольшие, да, которые прямо в порт и просто по Wi-Fi. Либо можно вместо этого переходника купить роутер, например, TP-Link. Он компактный, работает от USB, то есть ему не нужен 220 вольт. Тогда у вас будет по Wi-Fi шиться машина с другого какого-то там Xiaomi, там, например, и так далее, да, то будет работать. Вот, сейчас происходит удаление ошибок, перезагрузка блока, и, в общем-то, все. Все успешно прошилось. Вот здесь нам важно подождать 30 секунд до запуска, и потом только запускать двигатель. В принципе, все можно отключать. Вот, да, знаете, на всякий случай расскажу, наверное, раз что смотрите. Здесь функции еще какие есть, пока машина будет спать. У нас есть сток, соответственно. Здесь кнопка «Скачать файл стока». Если вы хотите какой-то кастом написать в какой-то компании сторонней, да, то вот можно на базе стока написать он. Либо продолжить, зашьется сток. Обратите внимание, верхний пункт – это просто стоковая мощность, быстро разольется. Разлочка при этом не слетит. Если нижний пункт, то блок будет заново залочен. Если у вас G-серия с новыми блоками, вам придется заново ехать, снимать блок, подключать компьютер, делать разлочку. Если у вас F-серия, то вы потом также через телефон заново это сделаете, не проблема. Custom App. Здесь есть либо тот файл, который вы загрузите сторонней организации, которым сделает тюн, либо MG-флешер вам какой-то кастом напишет, либо здесь есть сток наш от этой машины. Можно за него зайти, и здесь те же настройки. То есть можно, например, остаться на стоковой мощности, но при этом снять как там экран момента, поднять, снять экран скорости, там, опустить температуру масла, охлаждающей жидкости, ну и так далее. Упор настроить, но остаться при этом на базовой мощности. Либо, если вы стоишь не покупали, тоже это все будет работать. Вы через кастом зашиваете себе вот сток. В общем, так, еще у нас есть что здесь? Диагностика, раздел, да, и логер, в принципе. Диагностика, здесь чтение информации о блоке, чтение ошибок, удаление ошибок, управление заслонкой, открыть-закрыть авторежим, сброс адаптации различных по блоку, перезагрузка блоков, перезагрузка зажигания. И вот эта важная кнопка Uninstall Flash to Stock. Если вы планируете продать машину, перенести лицензию на другую, то важно ее нажать, дойти до конца и сделать синхронизацию. Вот. После этого лицензию можно перенести. То есть просто стоковую карту залить недостаточно, нужно обязательно Uninstall нажимать. Так, у нас вроде бы все. Давайте попробуем запуститься сейчас. Все готово. Так, давайте заведемся. Прогрев катализатора. Сейчас покажу, как переключаются карты на этой машине. Да, кстати, если вы забыли... так, разлучь, пожалуйста, палец. Если вы забыли, какие у вас карты где, то всегда можно зайти... сейчас я запись снова включу. Экран, а то она слетела. Если вы забыли, какой у вас слот на каких кнопках, всегда можно вот на этом экране нажать Tab to Switchable Map Slot Info. Нажать сюда, и вы увидите, какой слот, какая карта. Здесь у нас сейчас слот 0 – это Stage 1 под 5, слот 1 – это Stage 1 под 8, слот 2 – это Stage 1 Plus, такой более мощный под 5, и, соответственно, спиртовая карта, а 4 – это сток. Вот на этом моторе, на B58 это так. На B48 другое расположение слотов. Говорю, здесь можете посмотреть, либо на сайте есть эта информация. Значит, как переключать карты? Вот машина заведена, либо вы едете, это не важно. Нажимаете рез, держите кнопку. Если у вас кнопки рез нет, кнопку у бортового компьютера надо подержать. Замигает чек, соответственно, там видно на видео. Замигает чек. Сейчас у нас ready, это нулевая карта. Это значит, у нас stage 1 под 5. Если мы выбираем единичку, это под 8. Если мы, у нас эта карта устраивает, нажимаем снова рез, подтвердили, все, эта карта выбрана. Машина, если даже уснет утром, там, то она запомнит этот слот. Нажимаем снова рез, проверяем, у нас первый слот. Вот, как я уже сказал, работает даже движение. Второй слот, соответственно, это у нас stage 1 плюс. Здесь у нас stage 1 спиртовая под E30, смесь 30% спирта. И это у нас сток. Вот, выбираем, например, подтверждаем и так далее. Что еще есть? Левый ролик. Если нажать вверх на одно деление и подержать, то это у нас режим макс-кулинга включается. 0 и 1. То есть, видите, выше не нажимаете. 1 включен, 0 выключен, соответственно. Если нажать вверх до упора, то переключаются режимы попкорна, если вы его, опять же, сделали. Да? То есть, 1, 2, 3, 4. Здесь 20% на единичке, 40%, 70%, 4 вообще выключен попкорн, обратите внимание. И эти две кнопки, вот, которые ролика, макс-кулинг и попкорн, не сохраняются. То есть, утром, если вы, условно, закрыли машину, да, то значение скинется на то, что было в прошивке. Вот, в общем, все готово, можем прокатиться, посмотреть, что как у нас работает.